Balcony TV. Balcony TV, привет! Встречаем у нас на балконе группу СТС. Ребята, привет! Привет! Салют всем! Балкон, вокруг мира, единство. СТС здесь, здесь все, Андрюша, Славик, Олежа, Буриман. Всем привет, мы привезли вам новую телегу. Всем здорово, Крым, Симферополь. Мы группа «Сила твердого слова». И покажем сейчас, что можем и что умеем. У меня забрали микрофон, но ничего страшного. СТС. Сила твердого слова. Небо нахмурило тучи. Солнце лучи вижу реже. Затем на кроссе потуже. Сумку с текстами на плечи. Путь отправлен в далекий поиск. Как свет и надежды. Два будут небо да луна. Свой стержень. Господи, дай мне силу. Чтобы сознание ты не чистый. Кто не дает сегодня. Если я и место бычек. Вечного счастья источник. Сыскать я сумею. Не собрать этот пазл. Как воплотить им идею. Сдержаться вихляя. Жить не заранее забавы. Статус таких искушений. И похотливых желаний. Прошлость ломает душу. В каждом из нас много грязи. Если заветы нарушил. Жди наказание. Бум, прячься. Пока пришел на тех, кого ты звал друзьями. Вчера смотрел ему глаза. Завтра в его капкане. Здесь подстава на подставе. Люди гниют изнутри. Береги себя, мой друг. И фарта тебе на пути. И мастер научи дарить людям радость. Как помочь братьям и всем тем, кто кричит. Нуждаюсь, мастер, вылечи головы наши, ведь мы так глубоко, опускались, ты опять добавил спасательный круг. Здесь человек имеет право добавить слабину. Смей искусить, не знает как подобрать к людям ключ. Мы так запуканы, мы тут. Объясните, почему чьих рук дело прошло против соседа. Бесконечное желание смерти. Невидимым врагам с ядом стрелы летят невинные сердца. Стрелок лишается возможности познать вечность космоса. Здесь ставят границы. Институты государства разрушают личность. Получить диплом не значит научиться мыслить. Это заставляет нас стремиться к единству. От сегодняшнего дня мой брат будь с нами. Сердца открыты для новых знаний. Благодарность тем, кто след оставит. Мы продолжаем идти по дороге к счастью. Хоть этот путь тернистый, но мы верим в братство. Наша сила в единстве. Команда не сдаваться, значит продолжаем биться. Музыка наши крылья, мы летим ввысь как птицы. Стадный принцип порабощает личность, превращая праведного в самоубийцу. Видеть лукавый взгляд уже стало привычно. Но поверь, мам, никогда не поздно измениться. Они меняют нас понятия морали и честь. Обитель зла, где языки полны отравленной лесть. Ярость и гнев рождают страх, рождают жажду кровь на месте. Вылезти из грехов болота мы сможем лишь вместе. Если где-то в мире есть источник вечного счастья. Поверь мне на слово, мой брат, за него стоит сражаться. Увидеть свет его любви. В глазах ребенка радость, вера не погаснет ман. Пока в сердце живет мать. Соблазны искушают нас и дразнят. Волчьи пасти власти и Вавилона не указ. Твердого сила слова, крепость духа живет в каждом. Заряд энергию света добра пустите важно. Поверь для себя, как тебе жить, подумав дважды. Не оставляя на потом, поверь мне, это важно. Не изменив себе, путь приведет к мечте однажды. В поисках правды жизни ты не забывай главное. По дороге к счастью, хоть этот путь тернистый, но мы верим в братство, наша сила в единстве. Команда не сдаваться, значит продолжаем биться. Музыка наши крылья, мы летим ввысь как птицы. Стадный принцип порабощает личность, превращая праведного в самоубийцу. Видеть лукавый взгляд уже стало привычно. Но поверь, ман, никогда не поздно измениться. Спасибо всем, кто тут в это был. Спасибо большое, говорю лично я. Расскажите, как СТС, почему СТС назвались? Да вообще Славик у нас-то. Вот, ах, Славик, все Славику вопрос. Салют. Сила твердого слова. Изначально была Симферополь, трезвая столица. Объединение здравомыслящих, молодых и не очень ребят. Начиналось все с хардкор-группы. Миша Моль, Москва, салют, сила. Вот и теперь у нас... такой состав, сила твердого слова, долгая история, она только начинается. А вас можно где-то увидеть, услышать в интернете, может быть, историю про силу твердого слова? Да, можно. Конечно, где? Можно. Сайт, ну, сайт ВКонтакте? Да, ВКонтакте, в соцсетях наберите сила твердого слова, у нас там есть альбом, клипы и там куча разных интервью. Отлично. Смотрите, смотрите нас на всех каналах интернета. Единственный еще такой вопрос. Я знаю, что у вас один человечек из Техаса. Как обстоит в Техасе с хип-хопом?
С хип-хопом, это хороший вопрос. С хип-хопом мосты Техаса очень напряжно, потому что это грязный юг, это другое совсем течение без души. Мы те люди, которые вкладывают свои слова, свою музыку, душу, поэтому в Техасе с хип-хопом не очень. Мы его делаем здесь, мы будем здесь, продвигать Крым. Крым, Симферополь, хардкор. Хип-хоп forever! Ну что, это с вами была Balcony TV. Друзья, слушайте хип-хоп, это достаточно неплохо. Пока-пока.